Всем привет, с вами Сникер Мульти, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed 2. Подходи, не стесняйся. И сейчас что у нас? Что у нас? По идее, мы должны пойти, по-моему, спасать этих детей Екатерины Сфорцы, или что-то тому подобное. Но мы сначала отправимся на событие уникальное, вот это ассасинское. Видите, там белый значок, как гробница, только что-то там... Ну, какое-то задание, в общем. По дороге надо обязательно тут на вышечку заглянуть. Это прям нужно делать всегда обязательно. Какое мастерство! Там он курьер. Ну, точнее, знакомый, так сказать, этих Борджи. Можно было его, в принципе, схватить и получить 1500 рубликов. Я буду так, ладно. Так, тут что, залезть куда? Не понимаю тебя. Тут бухой пацанчик сидит. Так, ясно. Тут мы не залезем. Где можно? Вот здесь можно залезть. Так, хорошо. Там у нас о, там, кстати, символ. Можно будет... Давайте сейчас прямо его исследуем, ага. Исследовали. Ну-ка, попробуем отгадать эту загадочку. Взято с дерева, хранимого змеем, творило чудеса, его носили многие века, разорвали и спрятали на дне Красного моря. Установите хронологию. Опять же. Так, подожди. Тихо. Чё у нас здесь? Не совсем понимаю. Сейчас что-нибудь придумаем. А, господи. Разорвали. Это, наверное, про Иисуса Христа. Это, ну, как мне кажется, по крайней мере. И спрятать, ну, хотя, может, я ошибаюсь. А на Красном море золотое руно, что ли? Очень похоже на то. Так. Так прям красного выделено. Может, с красным? Ну-ка попробуем. Отличненько, видимо, там где красный есть, ну или я не знаю, какая тут должна быть логия, но это... Они взяли это... Это у нас... Иисус Христос...
Так. Надо найти яблоко, по идее, также. Они взяли это. О. Нашли. Ну это не сказать, что прям сложно было. Ну, в принципе, если так заняться поиском этих знаков, можно, в принципе, легко разгадать эту вот тайну тут или... Ну да, тайну. Это... Кто он, блин? Господи, что-то я... немного туплю. Короче, можно разгадать эту, блин, этот видеоролик, этот, открывающий истину. Вот, что я хотел сказать. Не знаю, что ты затупил. Так, тут нам надо прямо на самый верх, по-моему, залезть. Да-да-да. Где, собственно говоря, а вот с этой стороны мы сможем забраться по вот этим выступам. Так, где у нас сено? Вон сено. Прыгаем. Отлично. Надо посмотреть, тут нет никаких новых оружек. Так, тихо. Погодьте. Ремонт ничего чинить не нужно. Оружие. Ятаган. У нас, по-моему, рапира, да? Угу. Все остальное как-то не очень. Можно, кстати, короткое оружие получше прикупить. Что-то типа вот этого. Да, пожалуй, вот этот короткое оружие нам подойдет. Пули, ну мы одну пулю всего истратили. Уверен, нам понравятся мои товары. И надо, кстати, новых сумок понашивать на наш костюм. Ну-ка. Так, большая сумка с лекарствами, берем. Обязательно. Тут для ножей. Короче, до хрена у нас стерильный ножей будет. И большой пузырек с ядом. Не знаю, зачем, пусть будет. Не помешает, лишним не будет. Сейчас мы закупим этих ножей. Куда ты лезешь? Боеприпасы, метательные ножи. 25 штук. Отлично. Теперь с лучниками можно легко разделываться. Расскажите обо мне своим друзьям. Так. Ну и идем, собственно говоря, на задание. Ну, уникальное. Ну-ка, сядем на лошадь, тут вроде как прилично ехать ты туда. Так. Не будем ехать по дороге, поедем прямо на срез. Ой, ой-ой-ой. Не та кнопочка. Да. Благо не глубоко, и лошадь может спокойно проскакать тут. Так. Ой, это пенчушка сидит. Ого.
Ничего себе, лошадь могёт. Так, нам сюда. На этот маяк. Так. Главное не свалиться отсюда. Так, ну что, вот все. А то что-то как-то не горел желанием залезать на этот выступ и все. Так, сначала, блин, осмотреться-то получится, нет? Так, у нас вот в эту сторону. Вон в ту сторону вышку. Давайте сначала осмотримся, а потом выполним это задание. И все будет очень хорошо. Потом пойдем спасать детей Катерины Сфорцы. О! Мы полетаем. Вот что за уникальное задание. Оно, видимо, могло многократное. Наверное. Чё-то я не понял. Вроде там на огонь налетал. Но лучники все-таки загрелись. А куда нам лететь? Просто можно тут летать. Да, я думал, что-то какое-то прям супер уникальное задание. О, да. Давайте полетаем. Чё? Куда ты? Зачем падаешь? Все, да. Налетались. Что-то он как-то вниз его понесло. Все, я нажал один раз вниз, его понесло. И больше вырулить я не смог. Ладно. Больше повторять такое не хочу. Отправляемся на задание. Господи, боже мой. Певец. Что-то тут много бухариков в форле. Нигде такого не было, кроме как тут. Ну, может, просто не замечал, но... Пока что видел только... Тихо, кот. Не зацепляешься-то, чё? Обычный сундучок. Денежки никогда не бывают лишними. Вон, на Катерина Сфорца, нам нужно туда залезть. Так. Изнутри мы, по идее, должны смочь туда залезть. Так. Вон, с крыши, что можно спокойненько залететь. Простите. Так, опять не хочет хвататься. Вот так. Так. Катерина! Катерина Сфорца! Я знаю, что ты там! У меня есть то, что тебе нужно! У тебя дети не пропадали? И Эцио Аудиторе здесь? Какой приятный сюрприз! А вы, должно быть, братья Орси. Людовико! И Чекко! К вашим услугам! Довольно! Где мои дети? Отпустите их! Конечно, сеньора! Мы будем рады отпустить их! За кое-что ценное! За некую карту! И за некое яблоко, брат! Да! И за некое яблоко! Или мне перерезать горло твоим малышам? Негодяи! Думаете, что запугали меня? Я ничего вам не дам! Вам нужны мои дети? Забирайте! Мне есть чем делать новых!
Если вдруг передумаешь, что они будут в деревне, за городом, у тебя ровно час. Катерина, нет. Я не допущу, чтобы ты жертвовала детьми. Никто и никем не жертвует. Верни их мне, Эцио. Си, положись на меня. Яблоко должно остаться в крепости. Охраняй его. Так, нам дали час, что за херня, какие 10 минут, чё, ёпарец это? И почему это мы в розыске? Ага, наёмник, да. Чё, сразу стражников дохерища стало в городе. Крыша, вот что нам, нас спасёт. Дети, господи, хоть бы я успел, не хочу всё заново начинать. Так. Но не скорее всего, как я понимаю, за городом. Так что направляемся к выходу. Так, прям стрелс. Хоп. Они проходят. И мы вылазим. Мои товары даже лучше, чем миланские. У меня самые. Так, тут надо залезть. Иначе нас пальнут. Хрен с ними, с лучниками. Расправиться с ними суще пустяк. Сам ты христианин. Крестьянин. Так, вот. Вот где-то здесь есть первый ребенок. Наверное, там, где больше всего стражи. Лезай, или я буду стрелять. Какой странный. Лезай человек. Немедленно. Так. Куда же нам надо-то? Он скорее всего там, да? Ребенок. Короче, огребай. Еще один крест. Он там. Да-да-да, я здесь. Молодец, покажи ему. Вы, походу, огребаете. Мы с женщиной из рода Сфорца. Все такие. Дамы красивые, но внешность обманчива. Можете будет папа моего спросить? Ждите, пока он раскрывается. Помнишь, как вы зарубили того, что за родный город? Грёбаный лучник. Опа, все, слез он. Можно мочиться. Спокойно. Чё за... Где кого? Кого? Где кого? Господи. Так. Один есть. Оп, копье, это хорошо. Ой, как красиво-то, а. Сначала мы тебя чисто с кулаков. Сделаю чуть-чуть кожи и что-нибудь отрежу. Конечно, сначала твое мужское достоинство. Так, кто там грозил мне это мужское? Ага, сыканул сразу. Спасибо, спасибо, миссэр. Но мой брат Октавиан, они держат его на маяке. Это на том, на котором мы... С которого мы летели... Похоже на то. Или нет, другой маяк. Тот, по-моему, вон там, да-да-да, это другой. Так. Тихо. Все стражники. Так, почти 6 минут на то, чтобы спасти Людовика или кого? Или не Людовика?
Я не помню имя братца ее. Надеюсь, я с ними быстро расправлюсь. Надо спасти мелкого. Так, пронзили, все. Лезем на маяк. Не реви, пацан, сейчас мы тебя спасем. Веди себя как мужчина. Я хочу есть. Можно мне чего-нибудь поесть? Сеньор, накормите меня. Баста, у меня от тебя голова раскалывается. Сейчас мы тебя забубеним, говнючок. Это последний шанс, Катерина. Или яблочко, или я сломаю мальчишки ноги. А, он наверху? Так. Сейчас мы тебе кое-что сломаем, удила. Вот и все. Да вытрепался. Катерина с глубины отправит тебя сюда. А может, это ты глупец, раз готов умереть? За пару монет. Оно того стоило. Благодаря мне господин получит то, что хотел. Тогда умри. Гордость тебе не поможет. Покойся с миром. Чё-то мне кажется это. Сейчас нападут на Форли и заберут яблоко. Надеюсь, что не произойдет, конечно, но мало ли чего. Спасибо, сеньор! Да не за что. Так. Посмотримся. Орёль. Так, здесь ничего не произошло, яблоко у нас не забрали, а если забрали, то это печально, печально. Все, мы больше не розыски, это хорошо. Аспект, аспект. Так, где у нас вход в город-то есть? Вот он, ОПЦ. Чё это? Вдруг. Наверное, то, что я жителя сбил. Возможно, из-за этого, да. Так, ладно, объехали хоть почти весь Форли, но вот нашли все-таки вход. Тихо, тихо. А, в город-то мы не можем заезжать, точно. Конечно, не Бразерхуд. Он там! За ним! Что за говно? Чё они на меня кидаются, я чуть не понял. Чё-то я немножко недопонимаю. What the fuck? Всё. Всё, потеряли. Так. Чё это за херня-то? Может, они всё-таки меня ещё ищут, но типа у нас... Точнее, у меня еще не показывается. Чё-то херово. Что ты здесь делаешь? Да. Прости, Эцио. Мне так жаль. Они что произошло? Это была уловка, чтобы застать нас врасплох. Как только ты ушел, они напали снова. Чекка Орси забрал яблоко. Что? Нет. Где он? Мы прогнали его отсюда, но этому ублюдку удалось бежать в горы. Я иду. Надо зафигачить этого упыря. Малолетку эту. Какие горы ему было сбежать, что-то я не понял.
Крестьянам ход воспрещен. Так. Тихо. Буль. Ужасно знаком. Неплохо. В чем дело? О, хорошо. Нас хоть свалили, но мы зацепили его мечом. Итак, ты снова забрал наше сокровище. Неужели оно стоит стольких жизней? Такая ценная вещь надолго у тебя не задержится. Посмотрим. Посмотрим. Сколько зла порождает алчность. Покойся с миром. Ну, козёл, а? Он там чуть не в печёнку воткнул. Вот это нехорошо. Мы сможем донести яблоко до туда, куда нужно? Чё-то, походу, не сможем. Это еще кто? Стой! Нет. У мизинца нет. Кто ты? Стой! Не открывай! Что это еще за говню? И долго мы так провалялись? Слава богу, ты жив. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? О, боже, да? Я не знаю. К счастью, один из моих солдат нашел тебя в горах, рядом с телом Чека Урси. Да, это я помню. Постой, там был третий. Он забрал яблоко. Кто? Он был в черном, будто монах. Кажется... Без одного пальца. Да, Катерина, мне немедленно нужно идти. Хорошо. Держи, это тебе пригодится. Это та самая карта. Об этой карте говорил Никола, карта твоего мужа. Бывшего мужа Мио Каро. Он клялся, что узнал, где находятся все страницы кодекса. Яблоко ты заберешь, а сокровищницу без карты не найти. Знаешь, неподалеку в низинах есть аббатство. Монахи там ходят в черном. Начни поиски оттуда. Давай иди. Разыщи этого чертова монаха. Тут все... Кажется, я буду скучать по тебе, Катерина. Конечно, будешь. Так. Нам. О, ну только борода. Стильно все. Так. Тихо, будь. Так. А мы сможем вот так вот сделать? Входу сможем, да. Смогли. Ага. Ой, что-то зря так прыгнул. Да. Ну-ка. Доплывем-ка мы на вот этой штучке. Под названием гондолу или... Ну да, помню, гондола. Чуть-чуть, тут, по-моему, вообще все монахи, в принципе, ходят в черном. Тут нет таких белых монахов, как, например, в Assassin's Creed в первом. Чик. Вон он вроде как. Еще. Ну-ка. Ну, черт, тут еще нас хер пропустят. И что нам найти надо? Что-то я даже не прочитал знания.
Деньги там в ящике. О. И место чертел. Тихо. Бейте монаха. Благословляю. Спасибо. Ты не мог бы помочь мне? Что тебе угодно? Я ищу монаха в черном, у которого не хватает одного пальца на руке. У брата Гвидо нет пальца на ноге. Ты ничего не перепутал? Уверен. Есть еще брат Доминико, но у него не хватает всей левой руки. Нет, я уверен, что не хватало только пальца. Подожди секунду. Да, я видел девятипалого монаха в черном. Да, конечно, на празднике в честь святого Винченца. Так, я знаю, где это. Поищу там. Спасибо. Иди с миром, брат. Я всегда с миром. Угу. Так, также. Так, перон, да и хер с ним. Ну, денежки мы возьмем обязательно, да. Это надо. Так. Также аккуратненько обойдем. Так далеко нам бежать или как? На город вообще или куда? Да, нам город. Лошадь. Мне нужна лошадь. А, ну ладно. Нет, нифига не ладно. Можно было на... Ну ладно. Добежим. Хрен сам. Что-то я походу чувака там потопил. И нечаянно. Так, вот и вход в главные ворота. Надо побыстрее искать этого пацана, у которого мизинец нет. Ты что-то подумал, что у меня сначала безымянного нет, и он там, типа, наш брат-ассасин, предатель. Но что-то, походу, нет. Он просто предатель. Еще и тамплиер, наверное. Скорее всего. Так, и чё, где? Ага. Так, а вот тут. Вот. Что это? Уйди, молодой человек. Прости, брат. Не мог бы ты... Демон! Прочь! Прочь! Что случилось? Ты тот, кто убил брата Стефано! Братья! Этот убийца монахов вернулся! Ты чё? Наркоман? Нет, не надо! Я не хочу умирать! Я убиваю только тех, кто убивает других. А твой брат Стефано был убийцей. И я уверен, что ты не из таких. Послушай, я ищу монаха в черном, у которого нет одного пальца. Нет одного пальца, говоришь? Ты имеешь в виду Савонаролу? Савонарола? Кто это? Ты его знаешь? Знал. Он был одним из нас когда-то. А потом? Мы посоветовали ему пожить отшельником. Он с нами не ужился. Боюсь, что его затворничество подошло к концу. Куда он мог отправиться? О боже, Санта Мария дель Кармене? Он учился во Флоренции. Возможно, он вернулся туда. Спасибо. Иди с Богом, брат. Да. Ну мы, я так полагаю, отправляемся в Флоренцию. Эй, Дезмонд, кажется, мне удалось восстановить последовательность. Попробуй открыть ее. Ну-ка. Вот эта миссия, в принципе, по-моему, уже вышла после выхода игры. Флоренция, 497-й. Мы вернулись домой после долгих странствий.
встретиться с Макиавелли в квартале Флоренцио Вольтрано. Ну и в поиске, ну что за херня? Будь у Пьера десятая часть силы его отца, мы бы не остались без крова. Это что, это кто говорит вообще? Эти монахи? Или кто? What the fuck вообще? Не нужно было позволять этому монаху оставаться в городе. Ты посмотри, что он натворил. А это типа разговоры местных. Забавка. О. Тут у нас война. Ход со Савонарола уже посуетился в городе. И что-то это война какая-то тут междоусобица. Капец, какой-то вообще происходит. О! Знак. Или мы его отгадали? Нет, не отгадывали. Не попробуем. Мученики. Николай II. А, найти. Вот он код, по идее. Ну, можно сделать вот так. Вот так. Вот так. Сам посох. Меч. Это Жанна, да? Утратив жезл, царь лишился власти и больше не мог повелевать своими подданными. Революция! Революция! Да. Это было просто. У нас перо. Тоже, в принципе, нафиг не надо тут собирать. Толку от этого, по-моему, вообще маловато. О, бах! Половина в минус. Так, тихо. Что у нас? 6 штук всего осталось. И пона, мать. Ну, подождите-ка. Надо купить лекарств. Тебе нужна медицинская помощь? Так, сначала вылечим я. Потом дай нам лекарств. 15 штук. Я даже 15. Ну так, чисто. По приколу. Пусть будет. Теперь все. Денег все равно много. Ну-ка, тут никаких новых изделий в кузнице не появилось. Полагаю, он... Я не понимаю, почему они терпят эти издевательства? Ну да, это такие... Типа чё? Типа разговоры жителей. Да нет, походу, круче рапиры ничего особо не будет. Да. Нет денег, сеньор? Какая жалость. Уйдите нахрен. А, они между собой? Ну, почти все между собой воюют. Быстрее! Он уходит!
Только один что там бузит. Я мечтаю о том, чтобы ассасин вернулся во Флоренцию и освободил нас. А вот это крутое заявление. Здравствуй, Макиавелли. Привет, Эцио. Ты умеешь выбрать время для визита. Значит, это правда? Савонаролла подчинил себе Флоренцию? Да. Не без помощи нашего коварного артефакта. Значит, нужно как можно скорее вернуть его. Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ха. А когда бывает просто? Расскажи мне обо всем. Пойдем со мной. Все началось несколько недель назад. Внезапно все стали превозносить того, кого недавно презирали. А, Яблоко? Лишь отчасти. Он покорил не город, но его правители. Тех, кто обладает влиянием и властью. А они уже заставляют народ исполнять волю этого безумца. И люди поступают так, словно у них нет выбора. Мало кто осмеливается нарушить статус-кво. Так что мы должны помочь им узнать правду. Так, интересненько. Яблоко зря не пропадало в его руках. Почему ты так быстро ходишь? На их одежде герб Борджиа. Да. Испанец шлет новых и новых солдат во Флоренцию, а Флоренция отправляет их обратно. Обычно по частям. Значит, он тоже знает, что яблоко здесь. Весьма прискорбно. Идем. Давайте сопроводим его. Ну, по-любому придется воевать, мне кажется. Ара! Да. Ара. Не бегай себе. Ты чё такое? Чё не могу даже блокировать? Она просто не на ёлку, наверное, на него. Надо уходить отсюда. Не так, отставай. Забрали этих пацанчиков. Уходите отсюда! Бегите, если вам дорога. Чё, трупы горят? Или просто... Тихо! Чёрт. Ну-ка сюда подошёл. Ты хочешь передать что-нибудь своей подруге? У меня скоро с ней свидание. Это кто так дерзит? Оп. И мой меч в твой. Па. Па. Чук. Зарубил. Оп. Андиамо. Я побежал. Все хорошо. За мной. Открытое нападение слишком рискованно. Верно. Но есть ли у нас выбор? Не считая правителей города, у остальных все еще своя голова на плечах. Си. И они следуют за Савонароллой не по своей воле, но по принуждению. Си. Тогда воспользуемся этим. Если мы заставим замолчать его подручных и воодушевим недовольных, Савонаролла отвлечется, и я нанесу удар. Отлично. Я поговорю с Ля Вольпой и Паулой. Они помогут нам поднять бунт, пока ты освободишь район. Значит, решено. Я беру на себя его сообщников. Ого! Ни хрена себе. Ну, давайте, знаете что? Убивать лейтенантов и, ну, и сообщников в то же время... Савонаролы. Мы отправимся в следующей серии. С вами был Сникер Мульти. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем удачи и пока.